Карачаево-Черкесия отметила день рождения республики и региональной столицы большим количеством торжественных мероприятий. На Аллее Славы почтили память защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, а во Дворце культуры государственными наградами был отмечен труд жителей региона, представителей различных сфер деятельности. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Официальная часть мероприятий, посвященных Дням Республики Черкесска, началась на Аллее Славы с возложения цветов к мемориалу защитникам Отечества. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, члены правительства региона и его столицы, представители ветеранских и патриотических организаций отдали дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А чуть позже руководитель республики отметил государственными наградами тех, кто своим ежедневным трудом, достижениями на протяжении многих лет вносит посильный вклад в развитие родного региона. В этот день указом главы государства участнику Великой Отечественной войны Юнусу Каракетову посмертно было присвоено почетное звание Героя Российской Федерации. Награду Рашид Темрезов передал на вечное хранение родственнику погибшего воина. Спасибо большое главе Карачаево-Черкесской республики и администрации, главе правительства Карачаево-Черкесской республики за организованное мероприятие. Это очень важное для нас событие, для всей семьи, для всего рода Каракетовых. Указом президента России медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Абидин Меримкулов. Почетной грамоты от Владимира Путина удостоена председатель Республиканской избирательной комиссии Лариса Абазалиева. Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой Рашид Темрезов вручил зампреду регионального парламента Дагиру Смакуеву. Государственные награды получили представители различных сфер деятельности, которые работают на благо малой родины и большой страны. Писатели и поэты, врачи, учителя, деятели науки, работники госслужбы, соцзащиты, промышленности, юристы, экономисты, спортивные наставники и артисты. Хочу сказать, что театр – это совершенно летняя нация, понимаете? Это самый высокий театр. Поэтому огромное спасибо вам, господин президент. Мы всегда рядом, мы всегда будем на вашей стороне, поддерживаем ваше начинание. И на сегодняшний день наши театров будут программу выработали, воспитание театром. Будем заниматься этим вопросом. Завершилось торжественное мероприятие концертной программой с песней, посвященной Карачаево-Черкесии. Медина Джанкёзова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.